Всем привет, привет, привет. Меня зовут Наталья Гудкова. Кто со мной не знаком, мои уважаемые подписчики, мы сегодня продолжаем делать энергию дня. У нас с вами на очереди 14-й аркан. Это умеренность, да, по картам Таро. И день нам вещает, и энергия дня нам вещает некую умеренность, спокойствие и гармония. Давайте посмотрим, как следует эту карту и пропитаемся ее энергией. Вот так, наверное, лучше, да? Так. Итак, 14-й аркан – это энергия исцеления нашей с вами души. В этот день связь с вашими ангелами, с высшими силами по-особенному проявлена. Все ваши действия, поступки, слова будут иметь особый смысл. Ими можно как исцелить, так и ранить человека. Будьте осторожны к этому. Поэтому сегодня очень важна осознанность по отношению ко всем своим действиям. Поработайте над эмоциональной сферой, уберите негативные эмоции. Старайтесь трансформировать плохие привычки и зависимости и стать сильнее духом. Позвольте себе проживать все чувства, которые возникают, не стесняясь их, не зажимайтесь внутри, делитесь своими эмоциями. Только делайте это экологично, не причиняя вреда остальным людям. Хочется танцевать, кружиться, сделайте этого. Хочется кричать и плакать, тоже можете сделать это. Рекомендуется провести очищение своего осознания от негативного, негативных мыслей, негативных движений, негативных действий. Всего, что захламляет ваши мысли и эмоции. А это отнимает у вас энергию и не дает реализовать свое предназначение. Если есть возможность искупаться в природном источнике, неважно какого масштаба, озеро или океан, искупайтесь, представляя, как от вас уходит весь негатив, все негативные эмоции, негативные чувства, негативные действия. В отношениях проявите всю терпимость, какая у вас есть. Ругаться и расставаться именно сегодня, именно в этот день нежелательно, а ссора может вспыхнуться на ровном месте. В работе тоже сильно не усердствуйте, лучше уделите время отдыху или занятиями, которые вас порадуют. Не заставляйте себя что-то делать через силу. Эффекта будет мало. И вот этот день, посвященный терпимостью, да, умиротворенностью, также он посвящен гармонии, да. Ну, вот вам 14-я энергия, либо 14-е число любого месяца, любого каждого месяца, который будет направлять и заставлять вас энергически почувствовать данную с вами энергию.